Находящаяся с визитом в нашей стране делегация во главе с первым заместителем председателя Законодательной палаты Верховного собрания Узбекистана Олии Мажлиса Акмалем Саидовым в аллее почетного захоронения посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева. Была почтена память великого лидера, возложен венок к его памятнику. Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Была почтена память. Затем делегация посетила в мемориальном комплексе Шахидляр Хаябаны могилы героических сыновей Азербайджана, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Родины.